Есть небольшая неточность у китайских мастеров от заявленного веса. Вот такой вот блин. Это Шен Пуэр, 2008 год. Тоже провинция Юннань. Мы его с вами тоже разрежем. Запах. Запах тоже нормальный. Плотность хорошая. Такие половиночки продаем, блины половинками, четвертинками. Не все готовы покупать большой блин, поэтому идем на уступки клиентов.